планеты. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, любители живой электроники. Добрый вечер, любители драм-машин, аналоговых синтезаторов. С вами сегодня я, Миша, и мой соведущий Гоша. Гоша. Да, сегодня у нас настоящая звезда электронной музыки. Мэтт Дим. Человек только что вернулся из Индии. Он полон идей, он полон творческих планов. И приехал к нам откатать новую программу, пообщаться с вами, дорогие зрители. Ну, ответить, да, и телезрители, да. Да, я думаю, телезрители наши фейсбук-зрители, да, они будут довольны, потому что я помню, когда я приехал с Ибицы, меня месяца три после этого просто творчество просто вот прям лилось. Поэтому, я думаю, сегодня будет очень круто. Уважаемые зрители, хотел бы напомнить вам о том, что мы будем очень ждать ваши комментарии, ваши вопросы. Задавайте. Мы, соответственно, их также зададим в прямом эфире. Не стесняйтесь. Любые интересующие вас вопросы, я думаю, Мэтт Дим ответит с удовольствием, правильно? Ну да, по ходу дела. Да, поэтому... Ну что? Да, Дима на самом деле давно занимается лайф-историями, уже несколько лет, вот, десятилетия, дай микрофон, пожалуйста, да, как долго, Дима, ты занимаешься, да, всем привет, как долго ты занимаешься лайф-историями? Наверное, лет 15-14. Слушай, а 15 лет назад вообще много было лайф-исполнителей? А, да без понятия, сколько было исполнителей. Ты знаешь, у меня это начиналось с MC-303. Вот, ну, все с этого начинали, по-моему. Слушай, ну давай, может быть, вернулся с Индии. Как вообще прошел отдых? Шикарно. Великолепно. Гош, давай. Так, ну, касательно, у нас вообще обычно технические вопросы задает Мишка, но мне вот интересно, вот у тебя вот тут такая серия прям All Blacks. Это что, что это такое у тебя тут? Что ты подготовил? Что за сетап? Ну, я не подготовил, я на нем пишу в основном, не играю. Ты... А, это вся электроновская черная серия. Черная серия, серебряная. Черная серия, да? А, да, они сейчас что-то там МК-2 очередную серию выпустили, переиздание. Ну, инструменты, сэмплер, синт, драм-машина. И? Еще одна драм-машина, пульт, посыл, все. Все, я. Вино, самое главное, да. Но я думаю, что давайте мы не будем... поиграем, потом поболтаем. Поиграем, да. Ну тогда что, чокайтесь, друзья, давайте и за живую электронику. Да, за живую электронику. Отлично. Which creates what we call sound.
In some sense, we can kind of compare this to our own lives. We feel that our voices go unheard, and sometimes they do. But every once in a while, in the distance, someone may be just barely able to make out what you said. The right man in the wrong place can make all the difference in the world.
Look at the sunflower, he said. There was a dead gray shadow against the sky, big as a man. I rushed up enchanted. It was my first sunflower. Forget that you were a flower. When did you look at your skin and decide you were an impotent, dirty old locomotive? The ghost of a locomotive. The specter and shade of a once powerful, mad American locomotive. You were never no locomotive sunflower. You were a sunflower. And you, locomotive, you are a locomotive. Forget me not.
кем. 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 Thank you.
Thank you.
Живая электроника, Mad Deem в эфире Soul Life FM. Это было просто чудо, Дим. Красота, красота, профессионализм, эстетика. Черт возьми, это глубоко, ритмы, вкусно, сытно. Мы наелись, но еще голодные. Отличная перкуссия, Гоша, да, разнообразная. Очень-очень-очень. Просто, ну это реально профессиональный уровень, то есть все. То есть нечего сказать. Я не знаю, что сказать. Человек десятилетиями занимается. Ну, да. Спасибо большое, Дим. Да. Это было здорово. Все очень прекрасно. Мы с удовольствием послушали. Наши зрители с удовольствием послушали. И вот у нас тут вопросы кое-какие возникли. Мы хотим тебе их задать. Вот все здорово, все замечательно. Все красиво звучит. А где творческий процесс происходит? Это студия дома или это какие-то отдельные студии специальные там? Слушай, ну вот если смотреть на весь этот лайв, который играл, тут есть треки, которые мы писали с другом в берлинской студии, есть партии, которые треки, которые мы писали у меня в домашней студии, есть еще одна студия у нас, студия Oba & Hobos, где, собственно, тоже порядочные материалы отписываются. Ну то есть, блин, да это пишется везде. Даже в дороге? Да. Кстати, вот самое первое — это в дороге. Вот самое первое, которое начиналось, это
Это вообще в дороге из Флоренции в Рим. Мы там встречались с Кирюхой Голиковым. После этого ехали на Сонар. На Сонаре встречались со всей бандой. И, собственно, там был шоу-кейс. Вот. В поезде вот перед этим всем, после Флоренции, первый трек. То есть были везде. Были розетки, да, воткнулись и вперед. Да не, а, ну, как бы основа набрасывалась. Как, ну, основа набрасывается сэмплами. Дальше ты заезжаешь в студию и добиваешь остальное там партиями. А, кстати, сразу вопрос по поводу сэмплов. А много чужих сэмплов ты используешь? А здесь нет чужих сэмплов. Здесь есть вокал, который, ну окей, там из Side Gaze ты использовал вокал, и да еще один вокал, все. То есть все остальное, остальное было... Остальное, да, большинство вокальных партий даже пишется вживую. То есть все, что мы услышали, это было сделано ручками. Прямо, ну, да. Отлично, это очень здорово. Слушай, а какие синтезаторы так вот использованы, можно так вспомнить? Ну, хотя парочку, троечку. Там-то... Слушай, ну у меня есть, я какой-то фанат мини-муга, я, у меня мой... Мини-муг, да. Домашний мини-муг. А 101-й SH, Роланд, в общем, классика. В общем, классика, да. Классика и педальки. Так, так, так. А вот, кстати, все-таки вот ты говорил здесь, пока выступал, что ты записываешь в октатрек партии, синтезаторные партии, и проигрываешь как сэмплы их, правильно? Ну, я офигел бы, то есть, таскать все то железо, на котором он дописал. Не, ну, а вот, кстати, тем не менее, ну, ведь, допустим, можно было что-то записать, а что-то притащить. Ты хочешь, ну... чтобы я еще по стене здесь пошел? Не, ну, вопрос-то, на самом деле, немножко другой. А теряется вообще вот эта магия звука, когда ты записываешь все-таки трек, или ты не чувствуешь этого? Я не знаю, ты чувствуешь это? Да не, мне все понравилось. Мне тоже. Не, у меня просто нет так-то трека, куда я могу все. Не, у меня приходится таскать. Знаешь, у меня как-то, ну, я за фетишизм, но без фанатизма. Согласен. Чтобы можно было одному унести хотя бы. Ну, как бы да. Ну вот да, я просто единственное тоже хотел добавить. На самом деле, когда ты записываешь какие-то там синтезаторы, драм-машины и так далее, там не имеет значения, с чего ты фактически записал, то есть какой звук изначальный. Ты все равно уже при сведении этого трека добиваешься вот того сведения, того звука, который ты хотел, чтобы был. То есть в любом случае пропадает вот эта аналоговость, понимаешь? Ну, ты знаешь, такое? У меня есть для того, чтобы ничего не пропадало, оно все равно все аналоговое, кроме сэмплера. Кроме сэмплера. Ну то есть... Это 808-я, ну это аналог ритм, аналоговый, аналог форум, аналоговый. Ну вот, поэтому здесь как бы только, главное, что... Только сэмблер, пульт аналоговый. Да, не, знаешь, в этой гонке за цифрой и аналогом можно, конечно, гоняться до изнеможения, но, блин, мы не продиджи, мы не можем себе позволить, кроме пульта, который там райдерские продиджи, таскать с собой, потому что ты офигеешь заставлять каждый раз. Мне было первое время, когда я таскал... Ну, это как раз вот хреново тучу лет назад было. Я таскал 20 килограмм всякого железа. У нас сейчас есть новый лайф. Мы там с другом сделали, с Вовинчи, с Вовой, и еще с вокалистом. Это еще другой лайф. Как-нибудь, может, покажем. Вот. А там вообще вот весь стол коробками заставлен, еще и вокалист. Но, блин, это все тащить. Ты же понимаешь, это, ну, как бы... Ну да, простая история. Помнишь, у нас в программе выступал, да. Groove Tools, да, господи, это был ужас. Во-первых, мы, ну это все круто, да, я никак бы не спорю, но мы реально вшестером еле вынесли вот это вот все то, что было у него. То есть это огромное количество всяких железок. Это баланс. Это да, это такое, ты ищешь баланс. У меня просто, ну там, вот эту историю я могу, вот куда я приезжаю, я всегда могу встать играть. Там вот эту я могу в райдер выставить, вот эту в райдер выставить. Там, если Москва-Питер, я могу это притащить так или иначе. Но ты же взвешиваешь все эти моменты. Ну, то есть происходит некая эволюция, да? То есть ты начинаешь с одного, это все как-то меняешь, как-то компонуешь, и потом приходишь, или ты уже пришел, да, к определенному... Ну, надеюсь. Да, потому что... А, кстати, все-таки еще происходит вот эта история с, допустим, покупкой нового какого-то оборудования. Да, нового, постоянно. Все равно это все происходит, да? То есть невозможно остановиться. Нет. Ясно. Я вот... Да. Я хочу задать вопрос. Также за татуировками.
Так все-таки, вот, допустим, тот лайв, который мы сейчас послушали, это, правильно я понимаю, что-то старый материал какой-то, что-то новый материал, да? То есть просто ты... Ну где-то здесь половина неизданного, то, что сейчас вот там в конце года выходит на одном лейбле на пластиночке, потом в начале следующего еще пару диджиталов. А что-то из вообще из совсем старого, переиначенного. Ну, то есть, блин, это же лайф, ну, то есть ты набиваешь... Ну, ясно, да. То есть... Какое-то настроение, а потом по ходу дела решаешь, окей, мы пойдем этим путем. Нет, наверное, мы пойдем другим путем. А, наверное, сейчас мы пойдем третьим путем. Самое интересное то, что выбирать путь, когда у тебя зеленые стены, чуть сложнее, да, нежели ты в клубе. Ну, я тебя понял, то есть... Зато ты спокойно. Да. Как часто ты вступаешь в коллаборацию с другими музыкантами? Слушай, да, наверное, за прошедших 2 года, ну, то есть если смотреть горизонтом в 2 года, то где-то 50% коллабораций. Если смотреть в горизонте там 5 лет, меньше. Ну, я без ума от коллаборации. Я считаю то, что мы все музыканты, мы можем друг другу подкинуть каких-то идей, вместе что-нибудь написать, и, блин, за этим будущее вообще. Ну вот, да, уже это не секрет, я всегда, когда приходят музыканты к нам в студию, я всегда что-то могу подглядеть и в дальнейшем использую это. На самом деле для меня это прям вот, я не знаю, прям как ускоренное обучение, наверное. Да это не подглядеть, это поделиться. Ну, это нормально. Ну, самообразование — это очень хорошо, на самом деле. Дима, такой вопрос. А у тебя какие-нибудь, вот в ближайшее время, ты говорил насчет пластинки, предстоящие релизы какие вот намечаются вообще? Вот у нас с Кирюхой выходит Голиковым в конце года один релиз. Притом прекрасный релиз с ремиксом от Кабана и Дениса Казначеева. Потом у нас выходит еще релиз в первом квартале следующего года. Тоже один из треков, который играл здесь, в общем-то. С ремиксами пока непонятно. Как всегда обычно, там, да, за полгода, по ходу дела, понимаешь. Ну, еще парочка. Ну, поэтому, зрители, подписывайтесь, следите за новостями у Димы в Фейсбуке, в социальных сетях. Я думаю, вся информация есть, да? Так что следите за вот такими релизами, потому что ваши сеты могут стать еще более круче. А, слушай, а расскажи мне, пожалуйста, по поводу выступления. А в каких городах России ты выступал? Именно России. Слушай, ну это удар под дых, потому что я как-то... Не, ну что-то просто сложилось как-то 3 года назад, что... 3-4 года назад, что как-то я влюбился в Берлин. Все и одно время было как-то совсем ежемесячно, потом там решил чуть не частить. Поэтому, блин, ну в городах России любимый город Петербург. А все-таки был опыт в других городах, кроме Санкт-Петербурга? Южно-Сахалинск, отлично. Новосибирск. Ну, Новосибирск. Краснодара не было. А там тепло. Актуально, кстати. Слушай, а вот сразу давай поговорим по поводу, почему у тебя 2 драм-машины, кстати. Вот вопрос хочу озвучить. А, да, все просто. Да. Есть инструменты, в которых ты можешь на ходу что-нибудь рисовать, а есть инструменты, в которых на ходу что-нибудь рисовать не слишком удобно, потому что ты теряешь какую-то секунду. Вот здесь можешь рисовать на ходу, а здесь ты теряешь эту секунду. Слушай, сразу вопрос. А на ходу сегодня что-то ты делал? Конечно. А что это было? Ну, у тебя здесь все параметры под рукой. А, ну, понимаешь? То есть это какой-то дизайн звука на ходу, да? Ну, конечно. Все, понял. А здесь у тебя чуть другая история. Все, понял. То есть это дизайн звука. Слушай, ты же знаешь эти инструменты. Ну, конечно, да. Ты спрашиваешь. Не, ну можно иногда мелодию, ну хотя тут клавиши. Мелодию на драм-машине? Не, ну я имею в виду, если есть, допустим, клавиши, да, можно что-то наиграть. Были даже бы клавиши. Слушай, у меня вообще есть тема, я в этом году еще не успел закончить ее. Я на следующем закончу. Там отдельный лайв, чисто пианино и 2 сэмплера, и все. Ну, просто пианист еще.
Это отдельная история. Слушай, я вот прям тебя хочу в прямом эфире пригласить к нам на следующий понедельник. По-моему, в следующий понедельник, но я тебе точно скажу, у нас выступает такой перфекционист-музыкант Андрей Орлов. Да, который... Следующий понедельник не в Москве. Ну, я посмотрю. Да, который как Жан-Мишель Жарр просто. Там бас одной рукой, соло другой рукой. Осьминоги всегда в силе. Да, это вот... Там действительно, да, у Орлова такая музыка, ну, это однозначно, да, 80-е диско, фанки какой-то такой, но это просто профессиональная именно музыка, то есть он именно очень серьезно играет клавишные темы, тоже драм-машины всякие там у него, я помню, кстати, первый раз у него видел этот, видел 909-й, но вот 707-й Роланд оригинально ни разу не видел, вот у него, кстати, на симпозиуме, да, это было, по-моему, да, симпозиум. Да, будем ждать у мониторов. Слушай, скажи тогда, пожалуйста, вот так вот, а как ты относишься вообще к старым драм-машинам, ну типа Роланды там всякие эти? Слушай, ну ты знаешь, вот там в середине сета один трючок был, там сэмпл CR-8000, помните вот это вот? Длинная такая большая машина. Не, она не длинная, она квадратная, там только стили, она у нас стоит... замоденная еще с дополнительными ручками. И это, конечно, космический какой-то аппарат. Не то, что отношусь, я их обожаю. Любишь старые вот эти всякие штучки? Ну, не старые, старые драм-машины, да, старые штучки не очень. Понятно. Просто старые штучки часто ломаются. Вообще старые штучки, мне кажется, не очень. Ну, как бы, если следить... Слушай, а вот такой вопрос, скажи мне, пожалуйста, было такое, что у тебя что-то в процессе лайва отваливалось, выключалось, и как ты справляешься с этими ситуациями? Да. Ну и как справляешься? Справляюсь. Ну, поделись секретом. Ну, допустим, я могу предположить даже как. На лету. Ну, да, если две драм-машины, то, в принципе, одну можно... Не, ну как бы я... Слушай, если у тебя что-нибудь вырубается, ты всегда можешь перезапустить, а... Чудеса, ну у нас же реклама запрещена, да, чудеса в клоке. Ага, понятно. То есть, в принципе, классная штука, как бы, кстати, да. Чтобы не легло, не остановилось, всегда можно перезапустить. Даже если что-то остановится, из-за этого маленького, из-за этой маленькой коробочки часть будет играть. Это не то, что часть, все будет играть. Кроме того инструмента, который остановился. Да. Отлично. Так. Магия. Магия. Это магия. Гош, есть вопросы? Касательно, да, музыки. Скажи, пожалуйста, вот твой, вот мне всегда это было интересно, а твой бэкграунд именно музыкальный, до того, как ты начал заниматься электронной музыкой? А у меня музыкальное образование. То есть профессионально, то есть ты музыкант? Ну, не консерва, но все же школа. А играл ты в рок-группе? Конечно. Конечно, клавиш. То есть ты фактически... Ну, а любил ты как бы музыку изначально рок-н-ролл? То есть хард-рок какой-то... Нет, думаю, что все из рока. Ну, да. Алиса. Есть такая тема, да. То же самое. Вечера под Led Zeppelin. Такое было дело, да. Слушай, а, кстати, было в твоей практике, что организаторы вечеринки, да, организаторы, кто тебя приглашают, как-то прям тебе прям подводили? Ну, прям вот. Ну, так вот. Подводили? Ну, подводили. Слушай, как такой, чтобы такой, может быть, не только приятный момент, да, вспомнил, но и неприятный, да. Ну, смотри, любых неприятных моментов можно избежать с подготовкой заранее, да? Ну, то есть, вот я до этого рассказывал, до эфира, почему в Москве свой пульт? Почему не райдерный? Ясно. Да, потому что ты можешь попросить, а может оказаться что-нибудь другое. А ты любишь третье. Ну, да? или приехать, а места нет, да? Да. Это самая распространенная проблема. Сама классика. Ну, то есть, разные ситуации бывают. Но для того, чтобы это не было, можно сделать какие-то действия заранее. Ага. Слушай, а вот сразу такой вопрос. А у тебя был такой момент, чтобы, допустим, ты прямо в моменте, вот идет вечеринка, и ты прямо в моменте расставлялся, в наушниках отстраивался и... Слушай, это типичная история, но не для Москвы. А вот типичная берлинская история, то что у тебя диджейка маленькая, выставляться негде, саундчек тоже не успеваешь. Ну,
через раз, конечно, может, успеешь, но в большинстве случаев ну, тебя посмотрят, ты что, извращенец, что ли, тебе еще саундчек нужен. То есть люди приходят, включаются. Ну, то есть ты на лету включаешься, и все. И это все. Круто, ну, мне кажется. То есть это нормально. Поэтому электроны, опять же, потому что там я буквально даже в 4 канала могу встать, начать играть, ну, вот педальку на лету включив. А, и что-то уже потом, и уже что-то потом уже подкручивает. То есть буквально, да, в течение первого трека. Ну, класс. Ну, класс. То есть, опять же, выбор сетапа обусловлен именно этим. Слушай, а ты долго разбирался вообще с электронами? Да. Ну, прямо, да? Да. Очень. Ну, а сейчас, как бы, ты есть, ну, как сказать, досконально разобрался или все-таки тоже путаешься, иногда забываешь? Слушай, ну, с октотреком можно разбираться столетиями. Понял. Ну, аналог фо, да? Ну, есть, да. Это просто синтезатор, нет, да, наверное? Ну, с ним чуть проще, с аналог фор, с аналог, да, ритм чуть проще. Угу. Хотя здесь, опять же, некая история там с вероятностями есть, которые а, можно играть. А, ты пользуешь, да, эти, да, вероятности, да? Конечно. Ну, то есть здесь ударило, ну, сцена, там не ударило, нет, да? Сцена вероятности — это клево. Ну, да, как бы, в принципе, получается разнообразная партия драмс. Да, это линейная история. Именно поэтому две драм-машины, потому что в том числе должна быть какая-то линейная история. То есть это такая ну, как бы сильная сторона такая, да? Которая... Ну, это 808-я. Ну, понятно, ну, есть, да. Ну, также там вот сейчас в пятницу играть, понятно, что я не потащу. Там у меня у друга клон 909 и танцбар. Ну, ну вот, кстати... Поставлю танцбар и все. Похоже на 808-ю, да, по стилю. У нее такой более современный, конечно, стиль, но она вот есть вот эта вот особенная часть. Ну, вот это клон 808-ю, да, по звуку. Понятненько. Слушай, такой вопрос, Дим. А у тебя live only или ты, бывает, иногда диджей-сеты тоже можешь поиграть? Ну, я играю диджей-сеты, когда у меня в одну ночь в одном городе одновременно и live, и еще какая-нибудь, не знаю, там... Еще одна вечеринка. Слушай, а вот такой еще вопрос. А вот не было такого у тебя, например, да, вот то, что тебя пригласили с лайвом, да, ты играешь, допустим, там организаторы говорят, там еще давай поиграй, то есть очень круто, но у тебя уже лайв закончился, а ты можешь, например, взять пластиночку и продолжить, например, как диджей. Да, можно. То есть это... Не, не пластиночку. Обычно еще пластинки таскать, флешку, да. Да, ну понятно, круто. Не, ну обычно в сумке всегда лежит флешка. На всякие пожарные, да? На всякие пожарные серии там. Не знаю. Заехал, друзья, на дачу, не, да? Не, знаешь, страшнее ситуация. Из серии потерялся следующий артист, который играет после ну тебя. Ну вот да, я об этом, собственно. Ну что, ну бывает. А же, в Москве но... это вообще регулярно бывает. Ну, очень часто попадала такая тема, то, что или опаздывают, или еще что-то. Да. Ну, везде это может быть, не знаю, там, застрял где-то по дороге. Ну, как бы у меня, кстати, в Скотте быть. Была вот эта история. Я играю, а наш этот самый что-то опаздывал, приглашенный гость. Пришлось из него 2 часа еще, да, играть. Не, ну бывает, но просто если в лайве ты начнешь циклить, ты потеряешь сам кайф. И нудно уже. Потеряешь вот взаимодействие. Ну, все потеряется. Да, поэтому, ну да, флешечка. А ты вообще во время своих лайвов импровизируешь? Конечно. То есть импровизация есть, да? Да. Понятно. У меня была смешная история. Друг, с которым мы написали порядочный материал. Я сегодня там часть материала играл. Недавно в Питере играл, буквально вот одна вечеринка у него на свадьбе, и следующая вечеринка там на кораблике катались. Закрытие сезона туда-сюда. И вот он до этого слышал, на следующий день слышал, он говорит: слушай, что-то не могу понять, они какие-то все разные. Говорю: ну слушай, блин, лайв. Слушай, а вот вопрос такой, а в Индии ты не выступал? В Индии нет. Нет. В Индии там... я чистился. Хотя вроде там так это, да? Не, там, где я был, ты что? Там только на этих... Не-не-не, там ситары, там другая история. Там без музыки такой. Ясно. Ну, Кош, у меня вопросы закончились. Ну, в принципе, я все, что хотел, уже от Димы услышал. Ну, то есть ты задал много вопросов, я тоже задал интересующие вопросы. Единственный вопрос, который у меня, Дима, ты, насколько я понимаю, действительно много пишешь музыки. У тебя она сдается, то есть нет никаких проблем с этим. А ты никогда не думал о том, например, чтобы свой лейбл открыть музыкальный? У меня 2 лейбла. А, у тебя уже 2 лейбла. Говори, какие. У меня один диджитал, и сейчас запускается еще один виниловый. Виниловый, да? Со следующего года начнутся релизы. Супер. А это считается у тебя как российские лейблы все-таки, да? То есть ты больше базируешься здесь? Слушай, знаешь, вот интересно, мне очень нравится, когда говорят,
это российский лейбл или не российский лейбл? А вот как мы считаем, вот российский, не российский, потому где у нас юридическое лицо? Нет. Нет, я имею в виду больше по стилю работы, потому что мне кажется, вот в России 90, ну, может быть, 8% лейблов, которые, ну, как минимум, они просто есть. Слушай, ну, у меня простой подход. Если там смотреть с юридической стороны, это может быть любая страна, да? А по выбору артистов, ну, понятно, что ты выбираешь среди там российских артистов и там с заказом ремиксов от европейских артистов. Но лейблы, они все изначально интернациональные. Но вот все. Как называются твои лейблы, если это не секрет, конечно? Не, ну вот тот, который Digital, это Поза. Ну, у нас порядочно уже сделали релизов. А что виниловый, это Red Faces. Сейчас, в общем-то, уже идет подписание артистов, подписание ремиксов и так далее и тому подобное. Где-то с первого квартала следующего года у нас начнутся первые релизы. Возможность движения, конечно, в зависимости от нагрузки в фабриках. А, ну и все, и дальше. То есть пойдут пластиночки уже, ну, соответственно. Да. Где-то раз в 2-3 месяца мы решили не частить. Раз в 2-3 месяца у нас релиз будет идти. Благо, редко, но метко, как бы. Да? Ну, в принципе, стандартная практика с винилом. Редко, ну, как бы, много его и не нужно. Там много разной специфики. Знаешь, стандартная практика, она за счет того, что просто перегружены все заводы. Угу. Ну, Дим, ну а вот сам выпуск именно серии, допустим, там релиз на виниле, это же, в принципе, дорого получается, да. За запуск там 1000-2000 евро, там даже, наверное, больше даже. Ну. Больше. Поэтому часто особо тяжело позволить. Давай. У меня есть вопрос. Я столько услышал о творческих планах и... А вообще, то есть, а это музыка, это работа, да, у тебя? Ну, что есть работа? Ну, то, что приносит деньги. Приносит деньги сама жизнь. Аллилуйя. Окей. Это точно. Ну что ж, дорогие друзья, дорогие наши зрители, сегодня у нас был отличный музыкант, великолепный человек, позитивный парень. Нам очень все понравилось. Мы будем ждать тебя еще раз в гости с твоим новым проектом. Где много синтезаторов, коробочек и даже девочка, которая поет, да? Мальчик. Еще лучше. Вот, да, друзья, спасибо большое, что смотрите нас. Спасибо большое Soul Life, что даете возможность нам выйти в эфир. Спасибо, Дима. Ну, присоединяюсь к Мишке. Действительно, большое спасибо вам, большое спасибо, Дим, потому что действительно было очень круто, абсолютно искренне говорю, то есть мне действительно понравилось, было все очень профессионально. Ну, все, что я уже говорил, присоединяюсь, повторюсь. Да, и вся студия, вот все ребята Soul Live. Кстати, спасибо Soul Live. Поклон. Спасибо, Soul Live. Диману спасибо. Диджей Колосов, подписывайтесь. Да. Ну, что я могу сказать? Давайте все в комментариях напишите ваши впечатления от увиденного, кто еще не успел. И еще раз спасибо, Дим. Было супер. Ребят, спасибо вам. Я знаю, что это было непросто нам всем собраться. Спасибо. Получилось все. Да, но мы все собрались. Все, ребят. Доброй ночи. Все, друзья, давайте до следующего понедельника. Peace.